Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Tascida P101. И сейчас я вам покажу, как войти в режим разработчика на этом планшете. Итак, открываем настройки. Опускаемся в самый низ. И переходим в раздел о планшете. Также опускаемся в самый низ и нажимаем несколько раз в номер сборки. У нас появляется уведомление, что мы стали разработчиком. Возвращаемся назад и переходим в раздел «Система». Далее нажимаем «Дополнительно» и выбираем «Для разработчиков». Здесь есть все настройки, которые вас интересуют. Для того, чтобы выйти из режима разработчика, переключаем этот тумблер. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!